Участники ТОСа «Первомайские» в станице Смоленской пару лет назад решили с нуля обустроить детскую площадку. Детворы здесь много разных возрастов, поэтому место для активного отдыха и занятий спортом было необходимо. Председатель ТОСа Наталья Квиткина, а наш идейный вдохновитель, воодушевитель и передовик, рассказывает, что началось все с площадки для пляжного волейбола. Торжественно открыли ее в прошлом году на месте бывшего пустыря. Трудились все. Никто из жителей нескольких улиц не остался в стороне. Сегодня спортивно-игровой объект на пересечении Первомайской и Буденного – популярное место. ТОС Первомайский самый лучший у меня. Отзывчивые, все работают, от мала до велика, и дети, и взрослые, и родители. На нашу площадку, конечно, приходят с других улиц, с других районов, так сказать. Много детей и взрослые уже сюда приходят, так как тренажеры достойные, взрослые такие тренажеры. Поэтому следим, детям передаем, дети, пожалуйста, следите за порядком, дети убирают мусор. Ребята не только следят, но и трудятся наряду со взрослыми. Сначала только песок тут был, ворота и все, а потом уже и тренажеры, и заборы начали ставить. Я помогал там тренажер, я помогал, смотрел за ним. Мы тут каждый день гуляемся. Егор с товарищем на этих выходных занимался озеленением. Да и Марк Колесников с гордостью может сказать, что приложил свою руку ко многому, помогая папе варить, сверлить и копать. Зато теперь каждый день наслаждается плодами своих трудов. Больше всего мне нравятся вот эти вот все тренажеры, что все, кто сюда приходят, они занимаются здесь. А новые тренажеры и комплекс с турниками и лестницей появился здесь в этом году. Выиграли 600 тысяч рублей, заняв второе место в краевом конкурсе «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Устанавливали тренажеры, конечно, подрядчики, но облагоустраивали прилегающую территорию. Снова всем ТОСом. Поставили бордюры, отсыпали щебнем. Минувшим летом заменили старое ограждение и поставили камеру видеонаблюдения. Так что мы работаем. Я очень благодарна, очень довольна своему ТОСу Первомайскому. И деньгами все клич дали. Что будем собирать? Будем. На камеру будем. Что нам еще нужно? На одно, на другое. И все окликаются. Семья Колесник, Лопатиных, Романчуков, Горяновы. Спивак Николай Николаевич, Спивак Александр Николаевич, внуки их. Вообще всем благодарна людям. Если кого-то забыла, если кого-то не упомянула, пусть меня простят, пожалуйста. Именно так, с миру по нитке, вернее доске, появилась здесь смотровая площадка. Оборудовали ее вокруг старого дерева, которое детвора давно облюбовала. Осталось на зиму накрыть кровлей. Планируют нарезать камыш и соорудить из него крышу. Несмотря на то, что спортивно-игровая площадка ТОСа Первомайский уже выглядит образцовой, планов у местных жителей еще много. А главное – желание и искреннего стремления созидать и собственными руками делать жизнь лучше и комфортнее.